из Азербайджана встречайте Рома! Рома Ломанов идет к рингу, боец из Азербайджана. У него здесь уже собралась большая группа поддержки. 30 лет этому бойцу. 6 боев он провел на профессиональном ринге, во всех одержал победы. Вот 7-й поединок и в надежде одержать 7-ю победу. Любительский азербайджанский бокс довольно силен, хорошо представлен. Бывает и на чемпионатах мира, и на олимпиадах. Но вот хороших профессионалов пока мы из Азербайджана не видели. Может, из-за малого что-либо получится. Может, еще раз скажу, школа хорошая, фундамент есть, может. Основа есть у Азербайджана. Я думаю, что если придут правильные люди, которые действительно захотят развивать и вкладывать в профессиональный бокс, то можем мы увидеть в скором времени большие победы представителей этой страны. Потому что в любительский бокс действительно было вложено много и средств, и усилий, и организаторских всяких вещей, особенно перед тем, как было... Баку был избран столицей чемпионата мира. Хочу продолжать бой после обоюдного столкновения. Техническим решением побеждает Рома! Азербайджан! Ну, вы сейчас слышали, друзья. Наши слова подтвердил официально ринг-анонсер.